вот такие вот эти ванны, бассейны, они кругом здесь вообще. Самые разные, с различными корнями. Имбиря, различные женьшени, розы, лимон, вино красное, вино белое, чаи всякие. С рыбками, кстати, бассейнов довольно много. Вот. Так что интересно, интересно. Находишь по таким вот закуткам и постоянно, постоянно где-то ванна, где побольше, где поменьше. Где с кокосом, там вообще как будто молоко налит. В общем, интересно, красиво. Хорошее место, понравилось. Можно провести целый день, что в принципе мы и сделали. Провели здесь целый день. Территория довольно большая, прям класс.